Открывая заседание, председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский особо подчеркнул, каждый из обозначенных в повестке дня вопросов требует основательного подхода и согласованности при принятии решений на перспективу. В частности, это касается обеспечения безопасных условий труда. Повышенное внимание теме уделяется на всех уровнях и власти, и руководства предприятий и организаций. Положительная динамика есть, но есть и проблемные моменты, требующие принятия мер. Мы имеем по статистике за 5 месяцев неплохие результаты и в плане снижения производственного травматизма, и в плане снижения смертности от внешних причин. Меньше у нас стало отравлений, меньше у нас стало и преступность уменьшилась, особенно подростковая преступность. Ну и в то же время работы мониторинговых групп Департамента охраны труда показывают, в том числе и наших контролирующих органов санэпидслужбы, что очень много вопросов есть еще и нарушений по этому направлению работы. Вторая тема заседания – присвоение звания «Почетный гражданин города Бреста». С ходатайством к депутатам обратился городской исполнительный комитет. Представители последнего выдвинули на рассмотрение кандидатуру главного врача Брестского областного онкологического диспансера. Врач-онколог-хирург высшей квалификационной категории Константин Шелепень возглавляет лечебное учреждение уже почти 30 лет. В медицине, в частности, одной из самых сложных ее сфер – онкологии, он посвятил более 40 лет. И сегодня практикующий хирург, несмотря на должности и регалии, буквально руками спасает жизни людей. В городе Бресте есть очень много заслуженных людей, которые имеют право носить это звание, но это не должно быть какой-то закономерностью такой чисто временной. Всему свое время. Но Константин Георгиевич, поверьте, это тот человек, который заслужил, заслуживает. Я не могу сказать до принятия решения о его статусе, но он заслуживает того, чтобы его кандидатура была рассмотрена именно вот в этой номинации «Почетный гражданин города Бреста». Решение о присвоении Константину Георгиевичу почетного звания было принято депутатами единогласно. Удостоверение и лента будут вручены доктору немного позднее. Церемонию символично и традиционно приурочат ко дню города. В настоящий момент в списке почетных граждан Бреста 30 фамилий. И за каждой из жизни человека, который внес существенный вклад в процветание областного центра. Просто любил и любит Брест и свою работу всем сердцем. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.